Всем привет! Я покажу вам, как завязать из такого длинного палантина красивый праздничный хиджаб. Берем платок на всю ширину. Вместе мы его перегибаем. Перегибаем, чтобы у нас получился вот такой вот треугольник. И начинаем завязывать себе хиджаб. Когда вы сделали вот такую вот красоту, предлагаю вам на себя одеть вот такое вот украшение. Оно у меня в золотом цвете. Вот такое вот украшение мы накидываем себе вот сюда на шишечку. Шишечку я советую сделать повыше. Так, вот эту вот палочку мы берем прямо. И вот так как некуда нам цеплять за волосы, мы берем платок. Нагибаем и вот возле этой палочки делаем булавочками. Чтобы такое это украшение не ерзало по голове, я советую иголочками закрепить. Получается, делаем так, и все это у нас хорошо вот уже держится, фиксируем. Иголочкой в одном месте фиксируем. И закладываем еще вот такую складочку, чтобы закрыть иголочку. И тоже теперь фиксируем. Все поправляем. Посмотрите, девочки, насколько красиво преобразился наш хиджаб при помощи такого простого украшения.